Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу показать всходы гелиотропа из своих семян. В прошлом году сеяли гелиотроп в середине марта. Вот такой вот покупали сорт. И цвел он у нас с середины июля и до самых заморозков. То есть цветение достаточно продолжительное. Осенью удалось всего вот один черенок такой укоренить из четырех веточек. Ставили их первое время в воду, корешков они вообще не давали. Ну, потом вот присыпали грунтом, сверху пакетом накрыли. Вот всего одна веточка из четырех укоренилась. Также осенью собрали свои семена. Просто обшурудили вот эти вот отцветшие соцветия гелиотропа. Немножко их подсушили и положили вот в пакет. И хранились они у нас до самого посева. Семена очень мелкие, поэтому даже не понять, то ли они всхожие, то ли они не всхожие. Ну вот решили проверить всхожесть своих семян, так как многие жалуются не только на магазинные семена, что они плохо всходят, но и что свои семена они не вызревают и вообще у некоторых совсем не всходят. То есть в целом посев был больше, наверное, экспериментальный, так как сеять его лучше в конце февраля или же начале марта. В общем, до середины марта лучше посеять гелиотроп, чтобы он раньше у вас зацвел. Ложка с нашей рассадой стоит под подсветкой. И сейчас посмотрим, какие появились у нас всходы. Ну вот такая вот картина. Семена еще как бы не все, наверное, взошли, но видно, вот как сквозь грунт пробиваются все новые и новые росточки. Кто-то говорит, что гелиотроп нужно сеять поверхностно. Ну вот у нас он был посеян на увлажненный грунт. И сверху присыпан, наверное, 0,5 сантиметра почвы. И еще раз ее увлажнили. Накрываем вот так вот пакетом. И ставим в теплое место под подсветку. В общем, если из магазинных в прошлом году удалось вырастить всего, наверное, 10 кустиков, то вот сейчас уже тут явно во много раз больше. То есть всхожесть из своих семян, если мы их собираем немножко так попозже, когда уже прям они хорошо отцвели и, так скажем, соцветие вот это полностью процвело. И, в принципе, можно собирать свои семена и сеять гелиотроп. По крайней мере, попробовать можно, потому что производители вот нам ложат всего, там, наверное, по 15 или по 20 семечек. А здесь вот, как видите, просто такое вот огромное множество всходов. Сейчас все присыпем сверху вермикулитом, а через дня 2 или 3 еще немного грунтом, потому что они вот сейчас немножко так подвытянулись. И чтобы как бы лучше они росли, подсыпем немножко сперва вермикулита, а потом уже почвы. И продолжаем следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. То есть увлажняем, но не переувлажняем. И накрываем все пленкой. И опять поставим все под подсветку. Поэтому собирайте свои семена. Это совершенно вам ничего не будет стоить, а всхожесть у них может оказаться во много раз лучше, чем у покупных. И продолжает цвести гелиотроп. Такими вот прям шапками он цветет, тут кустики. Это вот все один кустик. Такая вот махалка цветов. И вот сколько много побегов можно еще начеренковать. Потому что некоторые занимаются именно черенкованием гелиотропа. И он очень ароматный. Аромат просто вообще шикарный. Такие вот цветочки. Ну и продолжает он выбрасывать все новые и новые побеги.